Привет, мои дорогие друзья! Сегодня тот самый счастливый день, когда я получаю первый заказ по новогоднему каталогу. Это 17-й каталог, и он, конечно, пестрит весь акциями, скидками, интересными предложениями. И я вам покажу, что я заказала себе и что у меня заказали клиенты. Заказ получился около 300 баллов. А я не сказала, что с вами Лилия Донскова, да? Я всегда забываю представляться, как будто вы все обязаны меня знать. Меня зовут Лилия, а это кот Бакс. Ай, он сегодня злой такой, не могу. Не злись, я бы даже боюсь немножко. Все, я начинаю смотреть заказ, потому что я его еще не видела, и мне не терпится кое-какие продукты попробовать. Это заказ для клиентки. Я, кстати, взяла с 50% скидкой платок черно-белый, он шикарный. Как получился этот заказ? Я отнесла заказ клиентке, там был точно такой же платок, и в этот же день мне позвонила ее сотрудница, коллега по работе, и тоже заказала точно такой же платок. То есть главное увидеть, потрогать, и сразу можно захотеть. Я не буду его раскрывать, я думаю, что все его уже видели. Если не видели, посмотрите мой видеообзор по новинкам, которые уже есть на канале. И я могу сказать одно, что платок шикарный. Себе я заказала скатерть. Я сейчас ее открою. Она мне очень понравилась, и я решила, что надо будет заказать ее. Как найти открывашку? Дело в том, что у нее очень такой, как сказать, орнамент, который подойдет на любой случай жизни. Универсальный, вот так бы я сказала. У нее отличный размер, 2 метра на 1,40 м. И мне нравится то, что она тканевая, легкая, легко стирается. И очень прикольный рисунок. Будет отлично на нем смотреться белая посуда, которой я как раз запаслась в Oriflame. Поэтому я думаю, самое то, что нужно. И пока такая идет классная акция, скидка, я взяла эту скатерть. Давайте засекать время. По моим подсчетам, примерным предположениям, даже не подсчетам, я считаю, что уже первая неделя каталога, ну, может быть, еще несколько дней второй недели, и эти скатерти на складе закончатся, потому что они действительно очень крутые, красивые. И у нас скатерти всегда пользуются большой популярностью, а их не так много производят, как хотелось бы. Так, хочется быстрее смотреть новинки. И новинки — ваниль и корица. Не терпится понюхать. Давайте начнем с мыла. Как раз у нас заканчивается мыло. Какое красивое! Пахнет выпечкой, ну чем еще может пахнуть ваниль и корица? Очень красивое мыло. Я думаю, что оно по качеству будет как обычно мыло. Oriflame всегда такое классное, суперское. Упаковочка оригинальная, то есть это и подарок хороший будет, и также классно будет для себя просто взять. Крем для рук. Кстати, в наборе очень выгодно брать крем и мыло, получается всего 149 рублей, хочется быстрее попробовать. Консистенция у крема точно такая же, как мы уже привыкли к кремам. В таком формате у нас крема облепиховый, алоэ, какой еще вспомнить, роза, то есть они вот такие легкие, легко впитываются. Очень приятной консистенции. Вот на день для меня это идеальный вариант, потому что днем мазать руки жирным кремом, я считаю, что это не очень удобно. А вот на ночь как раз нужен жирный крем, и у меня в заказе тоже он будет. Я вам покажу, какой крем я рекомендую использовать на ночь. Ой, какой приятный. О, класс. Я взяла их немножко, один себе. Сейчас вот так мы сделаем, чтобы побольше пространства было. Один взяла себе попробовать, и у меня уже их под заказ несколько штук. Я всегда беру, чтобы попробовать аромат. Если он мне нравится, я потом заказываю еще больше. Я взяла пену для ванны. Я считаю, что это очень хорошее предложение. По-моему, 159 рублей всего пена, или даже дешевле. Давайте посмотрим. Да, 159 рублей. Но здесь 300 миллилитров. Это очень хорошая цена, и при том, что пена мне как раз нужна. Тем более такой запах. Попробую. Можно прям сегодня в ванную набрать и принять ванну с пеной. В Oriflame пена — это не частый случай. Крайне редко у нас бывает пена, в основном только к праздникам. Поэтому если вы любите принимать ванны пенные, то запасайтесь как раз именно сейчас в праздничных каталогах. Вот если будут появляться пены, то берите прямо сейчас. И здесь у меня их много в заказе, мыльцев. Сейчас будет появляться.
крем для рук. Смотрите, как это выглядит нарядно. Ну, не всем, конечно, нравятся такие орнаменты, а я вот очень люблю. Я обожаю вот что-то такое в восточном стиле, чтобы было нарисовано. Так, еще одна пена. Одна под заказ, одна для себя. И я взяла себе два набора. Сейчас вот нашла первую их часть. Тут все так в заказе перемешано. Так, вот нашла один гель. Вернее, это крем для душа. Ой, сколько здесь всего. Класс. То есть набор Divine — это новый аромат. И в набор входит крем для душа и лосьон для тела. Я очень хочу быстрее понюхать. Давайте я понюхаю лосьон. И надо было одну руку оставить, чтобы пробовать. Ну, будем пробовать вот так с вами. Так как это мне. И прямо сегодня буду вот так вот. Ага. Вот такая вот капля лосьона. А, душистая, ароматная. Вот сюда нанесу, где нет крема. Ой, какой приятный. Ну, вот у меня уже запахи смешались, ваниль, корица, и я сейчас уже не могу понять, как пахнет. Приятные ноты звучат. Не то что качество лосьона, оно классное, потому что в прошлом году была такая коллекция в серии Мисс Джордани, тоже таких вот насыщенных тонах, фиолетовый с черным, и я уже в тот раз заценила эту продукцию и брала, по-моему, три набора себе. И сейчас тоже это я взяла себе, я никому их не собираюсь отдавать, если хотят, пусть заказывают, а это будет мне любимый. Тем более что я очень люблю пользоваться для душа именно кремами, и мне очень понравился гель для душа с эфирными маслами, потому что они хорошо увлажняют кожу, и когда выходишь из душа, нет стянутости, нет сухости, то есть сразу уже комфортно. Так, что здесь у нас еще? Так, начало вижу, продолжения нет. Вот он. Это набор для волос серии Hair X. Ну, тут не написано, но это климат-контроль. Я брала эту серию, мне очень понравилось. Почему вот сейчас? Климат-контроль, он очень актуален зимой, потому что на улице холодно, как-то сейчас у нас сыро, промозгло. Дома жарко, потому что отопление, воздух сухой, волосы становятся ломки. Поэтому климат-контроль прям в самый раз. В этом каталоге какая-то бесподобная скидка, то есть вот серия целиком стоит, по-моему, 329 рублей. Если вы помните, то в обычное время один кондиционер со скидкой стоит 229 и шампунь. То есть считайте, что это просто, ну, как подарок Новому году, и это предложение пропускать тоже не рекомендую. Так, что здесь еще у нас? Ага, я взяла наборы, один в подарок, один себе. Тоже очень чудесный набор, масло с авокадо. Мы его любим использовать для волос или в ванну. Для массажа мы сейчас другое масло используем, серии Love Potion. Но это и для массажа будет чудесное масло. И в набор еще входит шампунь, ромашка и авокадо. Тут авокадо, тут авокадо. То есть два в одном. И я тоже такой шампунь уже брала, пробовала. Нам он нравится, поэтому я решила взять наборчик, потому что масло как раз уже заканчивается, нужно было обновить. И один у меня идет в подарок. Вот такой набор тоже я заказала на подарок. Что здесь еще? Мне так хочется быстрее новинки какие-нибудь увидеть. А, взяла, повторила крем с папайей. Он находится... Где он? По-моему, во вставке каталога. Или в продукции, которая не представлена в каталоге, то есть дополнительно, когда мы заказ делаем на втором шаге, там какие-то продукты. Вот мне кажется, я там его увидела, или во вкладыше. Но дело в том, что я уже брала такой крем дочки, он ей понравился, и думаю, надо взять, пока он тоже по хорошей цене идет. Тоже взяла, потому что смотрю, у нее уже заканчивается. Так, витамины женские, Wellness Pack. Как раз заканчивается. Эта коробочка пришла в подарок, то есть на нее баллы не начислялись. Просто это я к тому, что заказ достаточно приличный и даже без велнеса. Очень много в заказе вот таких кусочков мыла из серии Love & Care. Вот такой увесистый кусочек. Сколько здесь грамм? 125 грамм. И сначала я смотрела на цену, думаю, что-то дорого. А ведь обычный кусочек мыла, сколько он весит? Где-то у меня здесь мыло. Вот, например, алоэ. 75 грамм, а здесь 125 грамм, практически, 125, почти в два раза больше. Конечно, он стоит дороже, но этот кусочек мыла, он кремовый,
И он такой классный в использовании, он дает густую пенку, он классно напитывает кожу и очищает ее замечательно. Вот у моей дочки такое мыло самое любимое, поэтому один кусочек ей. И под заказ еще вижу здесь несколько кусочков. Ой, тут столько мыла, полкоробки, и этих еще много. Так, это набор. Тоже набор кто-то заказал. У меня очень много заказов. Кстати, они сыпались и сыпались. Я 2 раза отменяла заказ, потому что я только отправляю заказ, мне звонит клиентка, делает еще заказ. Я отправляю заказ, проходит какое-то время, мне опять звонит уже другая клиентка, потому что я всем раздала каталоги, но не успела с каждым встретиться. А они мне сами звонят, потому что на каталогах есть мой телефон, и диктуют заказы. И я 2 раза отменяла, отменяла, потом думаю, все, уже отправляю как есть. Так, это алоэ и олива, гель для душа, концентрированная такая бутылочка. У него такой аромат бодрящий, то есть он прям такой, я бы даже сказала, мужской, вот для мужчин очень классный аромат. Ну, такой зеленью пахнет алоэ. И мыло кусочек. Я очень люблю вот это мыло, оно хоть кусочек небольшой, но оно такое приятное. Я в основном из этой серии все время заказываю кокосовая вода и дыня, клубничная или малиновая, но алоэ тоже иногда для разнообразия можно заказать. Что я вижу? Та-дам! Я взяла. Я не знаю, себе оставлять или нет. Так-то мне запах нравится, но я не буду сейчас открывать. Не знаю, что делать или открыть. Просто у меня одна клиентка хотела посмотреть этот аромат. Я обычно как делаю? Я заказываю аромат, который мне нравится, который я бы себе вот точно оставила. Я иду к клиентке, которая им заинтересовалась. Например, нет пробников, что делать? Мы вместе открываем аромат и договариваем, что если он ей нравится, то она его забирает. Если по каким-то причинам она не хочет его брать, ничего страшного, я его просто оставляю себе. Вот так же я поступлю в этот раз, то есть я его пока сейчас не буду открывать, а потом, если вам интересно, спросите меня, я скажу, какая у него судьба. Но если я его себе открою, я, наверное, да, вам об этом тоже с удовольствием расскажу. Пока не знаю, потому что у меня ароматов много, и если мы откроем, ей понравится, она заберет, я себе-то всегда могу еще заказать, правильно? Вот, поэтому не будем торопиться. Вот он мой любимчик. Набор яблоко и корица. Но вот этот набор у нас уже получается на 3-й или 4-й год, периодически появляется в каталоге, я его безумно люблю, каждый год заказываю. Но в этот раз я решила попробовать ваниль и корица, думаю, ну какой мне больше понравится, тех я и закажу. Ну на самом деле, так, мне все-таки, наверное, яблоко больше, чем ваниль нравится, поэтому я еще себе яблочное закажу, таких наборчиков. Я очень люблю такой крем и мыло. Здесь мыло, видели? Нет, я вам могу показать, потому что это все равно себе. Смотрите, такое яблоко прозрачное, как леденец. Вот все-таки вот этот запах мне больше нравится, просто его обожаю. Наверное, это какие-то ассоциации, может, из детства, потому что мы тоже делали всегда выпечку вот эту с яблочками, корицу добавляли, ну прям вот обожаю. Вау, что у меня здесь? Богатство! Абрикосовые смягчающие средства. Это просто прелесть. Я обожаю Oriflame. Они вот все время какие-то мои любимые вкусы берут, то вишенку, то смородину, вот теперь абрикос. Еще очень хочу, чтобы они сделали клубничные смягчающие средства. Как его открыть? Вот, не хотела мне поддаваться. О, классно выглядит, конечно, такой цвет у баночки необыкновенный, такой персиково-кремовый какой-то, супер. Аромат абрикоса. Я немножечко беру, мне не терпится попробовать. А я всегда пробую, если губы уже заняты помадой, то я наношу на кутикулу, потому что здесь самое сухое место у меня особенно, потому что я все время ухаживаю за кутикулой. Кстати, маникюр я всегда делаю сама, очень редко обращаюсь к профессионалам. Мне достаточно всех наших средств, которые есть в Oriflame, чтобы поддерживать ногти в таком, ну, в хорошем состоянии. Ой, какая прелесть! Ой, вот когда я нанесла на кожу, стало пахнуть в 100 раз еще ярче, потому что из баночки
Нет такого аромата. Кстати, еще все холодненькое, потому что прям только-только курьер привез посылочку, еще даже она не успела согреться, все такое прохладненькое. Я не убираю, потому что это уже моя баночка, но я себе несколько штук оставлю обязательно. Вот еще одна такая же. И две смородины, это под заказ. Смородинка фиолетовая, не буду доставать, точно такая же баночка, и смородинка у нас уже была, поэтому для вас это, ну, не новость. Так, что здесь? Набор. Взяла один набор себе, и один у меня такой же будет под заказ. Посмотрите, какое выгодное предложение. Лак, по-моему, клевер называется, а у меня такой лак, кажется, есть, да. Он цвет обалденный, когда я им крашу ногти, меня все спрашивают, что за лак, поэтому я себе взяла этот лак. И помада с SPF, по-моему, она с SPF 8, почему здесь не написано на коробочке. Это помада увлажняющая, бесцветная для губ. Ну, бальзам по-простому. А я бальзамы люблю, я пользуюсь ими каждый день и не один раз. Потому что я в основном работаю дома. Бывает такое, что я даже из дома не выхожу, но я за день 5-6 раз могу губы бальзамчиком подмазать. Потому что мне нравится, когда губки увлажнены, особенно зимой, потому что очень сухой воздух. И этот бальзам мне нравится, потому что у него вкусный запах. Клубничный такой. Что-то не пробивается сильный аромат. То ли у меня уже в носу столько всяких ароматов. И он, именно этот прозрачный, он не дает цвет, он просто очень хорошо увлажняет губы. И мне нравится его формат. То есть такая тоненькая палочка, быстренько накрасила губки, и все, и они классные. Можно с собой носить в кармане, она такая маленькая, тоненькая, волшебная палочка. Вот, тоже рекомендую. Всего 199 рублей цена каталога, набора. Представьте, какая-то просто низкая цена. Я не устояла. Может быть, даже еще надо взять, потому что, ну, это супер. Я повторила маску с ягодами годжи и с овсом. У меня моя практически закончилась. Она мне очень нравится. Когда я первый раз ее пробовала, я эту маску не очень поняла. Вы знаете, у меня был немножко такой прям, что? А что это? Что происходит с лицом? То есть у меня было такое чувство, что лицо горит, то есть она с согревающим эффектом. Но я, когда стала ей пользоваться регулярно, я поняла, уже ее полностью прочувствовала, какая она очень хорошо напитывает кожу. Наоборот, кожа какая-то становится такая вот ровненькая, такая мягонькая, сияет, румянец появляется. Поэтому я такую маску вам рекомендую с удовольствием, она очень классная. Так, что здесь еще? Жалко, не... все, сейчас сюда переложу, в эту коробку, чтобы все увидеть. Так, здесь каталоги. О, я еще не видела новый каталог. Вы знаете, в группе скидывали несколько картинок из каталога, такие самые бомбические. Вот я их просто увидела по неволе. Я увидела, что там будет новый аромат, еще что-то. Ну так вот, я старалась не запоминать. Я не люблю смотреть электронный каталог, я люблю получить его в бумажном виде, и я всегда жду. Очень редко я смотрю вперед, если меня только клиент просит, Лиль, посмотри, когда будет там, например, тональная основа со скидкой или вот такой аромат. И мне приходится для них смотреть, но, честно говоря, я стараюсь вот так вот получить, подержать его в руках и посмотреть. Вот, буду сейчас рассматривать. Так, эту коробку убираем и переходим ко второй коробке. О, сколько здесь всего! Это под заказ румяна в шариках. Открывать не буду, я думаю, что этот легендарный продукт все знают наизусть. Здесь, естественно, сияние румяна. Заказала клиентка. У меня, кстати, были в наличии румяна, но другой цвет. Я ей принесла, она говорит, нет, я хочу вот такие. Я говорю, ну ладно, будем ждать, когда они придут нам по акции. Так, здесь еще один набор. Это под заказ, тоже с маслом. Шампунь и масло, где они у нас живут. Так, вот сюда вмещаем, не падайте. Я все время настрою здесь таких экибан. Так, а вот здесь у нас супер мега предложение, которое вы точно должны были заметить. Кто уже пробовал такую маску тканевую, признавайтесь. Она просто классная маска, и она не дешевая. А кто пробовал такой гель?
Для ресниц и бровей это фантастический гель, он прям волшебник, он восстанавливает реснички, они становятся темнее, более толстенькие, ухоженные такие, отрастают. Вот я обалдею от этого геля. Но, как правило, он стоит недешево. Маска, в принципе, доступная, она у нас даже в прошлом каталоге была по 99 рублей. А в этом каталоге набор. Маску любую выбираете и гель. То есть вот такая вот парочка. Стоит всего 199 рублей. Это фантастика. Я хотела в прошлом каталоге набрать себе масок, а потом, когда увидела эту акцию, думаю, я лучше подожду и наберу себе гели. Потому что маску мы еще можем купить за 99, за 129 она в каталоге. А гель, он не дешевый, он очень дорогой и он крутой. Вот я себе набрала эти гели про запас. Пусть будут маски, мы тоже используем. У меня дочка любит тканевые маски, я тоже. То есть, ну, вообще супер. Так, кто-то заказал мыло. Вот такой маленький кусочек. Кстати, мыло очень даже неплохое. Нет в нем ничего такого прям. О, вот это мыло. Нет. Обычное мыло, цветочный аромат такой, неяркий, простой. И кусочек 65 грамм. Но оно приятное для рук. Вот его в использовании, кстати, очень долго прослужил. Мы такой брали себе кусочек. Он долго прослужил, и он прям, ну, щекотит, он прям вот хороший. По качеству хороший мыло. Но если надо, можно выбирать и не смотреть на сумму, то я, конечно, лучше возьму, например, вот такого формата мыло. Ну, я просто люблю, когда мыло, оно какое-то вот прямо даже процесс мытья рук, он для меня тоже как ритуал, он должен быть тоже красивым. Я люблю красивое, все такое вот интересное по дизайну, чтобы все было классно. Так, вот тот самый крем, про который я вам говорила, его на ночь классно. Или у кого очень сухая кожа, он жирненький. То есть если сравнивать его вот с таким кремом, то он где-то в два раза более такой вот жирный, такой вот густой. Но это под заказ, открывать не буду, с вашего позволения. Так, еще один крем под заказ. Это во вставке в каталоге сейчас крем с ароматом розы. Хороший крем, по качеству будет такой же, как вот эти тюбики. Они вот все похожи. У меня на что-то нос среагировал. Чешется нос. Нанюхалась. Свою любимую зубную пасту заказала, травяной комплекс. Прям сразу ее в ванну отнесу, потому что у нас там остался один тюбик. По-моему, такой же пасты. И он уже прям все, последние капельки. Я говорю, сейчас получим. Не буду доставать из запасов, чтобы туда не лезть. Так, это масло Элио. Под заказ тоже. Вот про Элио я могу рассказать несколько историй смешных. Вот сейчас одну расскажу, даже две. У меня есть клиентка, у которой дочка буквально раз в месяц гоняет во Францию. Она оттуда привозила масла для волос. А как вы знаете, во Франции продукция очень ценится, и у них уходовая продукция очень крутая. Так вот, и она мне все время хвалилась. Ой, у нас такое масло из Франции, супер. Ну, есть масло, есть, я и рада. И тут она говорит, слушай, Лиль, масло кончилось, а с дочкой не скоро увидимся, чтобы посылку там не слать из одного масла. Давай я у тебя куплю, ты говорила, у вас есть какое-то хорошее масло. Я говорю, давайте. И я приношу такое масло, Элио. И проходит какое-то время, я говорю, ну как вам масло, понравилось или нет? Она говорит, Лиля, у меня дочка приезжала, попробовала это масло и забрала его себе. Сказала, мам, ты себе еще закажешь, а я теперь буду тоже через тебя его заказывать. И они сказали, что это масло им нравится намного больше, чем то, которое они привозили из Франции. И оно намного дешевле. И я очень обрадовалась. А вторая история, это про масло ночное. У меня есть клиентка, у которой волосы вытравлены до бела, прям кипельно-белые, они сухие, как солома. И я ей говорю, слушай, у нас масло вышло новое, такое классное, вообще супер. И у нас как раз пробники были, я ей принесла пробник, она мне пишет, масло не понравилось. Мои лучшие. Я так расстроилась. Она мне называла, у нее какие-то там фирмы, ну, такие простенькие, прям в рубль-бум продается. А потом проходит время какое-то, она говорит, слушай, а дай-ка мне твое масло еще раз попробовать. Я говорю, а что такое? Она говорит, дело в том, что я антибиотики в то время пила. И, скорее всего, из-за них у меня как бы вообще у меня все, кожа, волосы, все не воспринимали. И я ей говорю, ну, хочешь, дам. Принесла, она говорит, слушай, какое классное масло. То есть понимаете, что если вам человек говорит, нет, мне не нравится, может быть, именно вот сейчас он принимает какие-то препараты, на которые у него идет реакция, и организм не воспринимает продукт.
Поэтому будьте тоже внимательны, спрашивайте у людей, а что не понравилось, а что ты сейчас еще принимаешь. Просто если вы знаете, что продукт крутой, и о нем отзывы идут, ну не только ваш личный, а многие консультанты говорят, это просто бомба, да, там вообще классно. Поэтому повнимательнее просто, будьте повнимательнее. Так, это тоже под заказ. Какие у меня клиенты в этот раз молодцы, сами все поторопились, сбросили заказы. Это мужской набор Eclat Home. Не знаю, как правильно. Дезодорант и парфюм. Очень вкусный аромат. Он такой сексуальный прям аромат. Мы как-то Миша брали, я думала, его сороки утащат. Такой он вкусный был, что не описать. Так, это тоже под заказ. Гель для умывания. Почему-то один гель. Так, два BB крема одинаковые, тоже одна клиентка заказала, мне уже класть некуда, все завал. Это крем для лица и тела, кстати, он так понравился людям, у меня его в конце прошлого каталога заказали 4 штуки и один уже с этого каталога. То есть одна заказала тоже на работе, всем рассказала, дала, может быть, попробовать понюхать, и все заказали этот крем, и один вот уже прилетел на этот каталог заказ. Ой, еще один крем для рук, ваниль. Ох, сколько их много. Так, здесь крем антивозрастной из серии Optimus, дневной крем, тоже под заказ. Сколько мне теперь относить всего? Так, помада Oncolor, это с блестками, кстати, такая она красивая, вот прям вот супер. Ну, я думаю, что вы видели, есть отдельные обзоры на эту помаду. Красавица прям, и всем нравится, у меня их тоже несколько штук заказывали. Так, это тоже под заказ. А это что? А, это лосьон для тела Эльвия. Эльвия был такой аромат, его потом, как бы он ситуационный, его потом убрали. Это тоже под заказ. Вы уже догадались, да, что это такое? Это яблоко и корица. Что тут еще? Тушь Giordani Gold, тоже под заказ. Не буду открывать, тоже заказала клиентка. Еще одно мыло, это значит, это же клиентка туда же. Что я себе выписала? Сейчас скажу, расскажу. Вот эта помада, многие меня спрашивали, она у меня, кстати, кончилась полностью, не могу открыть, как ее оторву, потому что себе. Ой, а вдруг это не себе, у меня же еще одна была. А что-то я ее не вижу. Это вообще не моя помада, а где моя? Караул. Представляете, порвала коробку у клиентки. Молодец, хорошо, что это близкая знакомая. Клевер, помада Клевер 3 в 1. Ну, честно говоря, я себе хотела заказать восхитительную розу, я, наверное, забыла код ее указать. Мамочки, так стараюсь для вас, что ж это, хулиганю. Ладно, это мы с ней объяснимся. Просто оторвала кусочек и все. Молодец. Очень хорошая помада. Вот когда я наношу на губы эта помада восхитительная роза, вы всегда меня спрашиваете, хотя бы 3-4 человека пишут, а что у тебя за помада на губах? Это она, вот она сейчас в каталоге идет с большой скидкой, поэтому обратите на нее внимание, она классная. Так, еще одна смягчашечка. Это блеск, как же он называется, трансформер, который наносит сначала прозрачный, а потом становится розовый. Тоже заказали. Кстати, взрослая женщина заказала, может быть, она, правда, в подарок кому-то. Вот под заказ как раз еще один наборчик. Клевер и бальзам. Слушайте, ну это очень хорошее предложение. Я думаю, что тоже разберут в момент. Так, и что здесь у нас осталось? Так, сейчас. Вот так, вот. Получается, тушь в новой упаковке, в новогодней, 5 в 1 XXL. Если вы ее заказываете, то вы можете заказать одну тушь, обычную классическую, 5 в 1 в синей упаковке. И у меня получилось, заказали, я забыла, что у меня еще одна тушь есть, я взяла такую в запас. Получается, это под заказ, и я себе взяла одну тушь новинку, я хочу ее попробовать и запишу вам обзор на эту тушь, потому что она, кисточка у нее точно такая же, как у туши вот зеленой упаковки 5 в 1 XXL. Посмотрим, какой у нее внутри состав. Интересно. Еще один ванильный набор. Сколько их мы заказывали. И завершающие. Еще одна помада, такая же с блеском.
точно такой же оттенок, коралловый. И чайное дерево, лечебная помада зелененькая, это тоже под заказ. Вот такая вот супер штучка. Все вам показала. О, вот это гора, сколько всего классного, интересного. И уже не терпится принять ванну с новой пеной, намазаться новым лосьоном. Сделаю, кстати, тканевую маску, то сделаю себе прям вот кайф полный, чтобы насладиться, чтобы стать просто супер конфеткой. И вам я желаю классного настроения, огромных заказов в предновогоднем каталоге. И если вам видео понравилось, ставьте лайк. Вопросы, пожелания пишите в комментариях. С вами была Лилия Донскова. Пока-пока!